Здравствуйте, в эфире Национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Борьба в кругах власти. Чиновники Чувашии сразились за медали традиционной спартакиады. Высоко сижу, далеко гляжу. Возможности высокоэтажной застройки в районе Калининского моста столицы республики обсудили на градсовете. Денежная профессия. 1 августа профессиональный праздник отметили инкассаторы. На традиционном еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики обсудили вопросы размещения государственных закупок и исполнения контрактов, ремонта дворовых территорий, платежей в казну. Подробнее в нашем сюжете. Чувашия по эффективности региональных закупок на 4-м месте среди субъектов Российской Федерации, на 1-м в ПФО. Результат 2015 года нужно, если не улучшить, то уж никак не снизить. По итогам первого полугодия текущего года объем закупок Чувашской Республики составил 7,9 миллиарда рублей. Бюджетная эффективность от закупок Республики составила 521 миллион 700 тысяч или 9,3%. В том числе от размещения государственного заказа Чувашской Республики 10,8% или 343 миллиона 100 тысяч рублей. И муниципального заказа 7,3% в соответствии 178 миллионов 700 тысяч рублей. Конкуренция при осуществлении государственных закупок не изменилась и составила 2,7 участника на одну процедуру закупки. Между тем, есть подрядчики, которые, получив государственный или муниципальный контракт, выполняют его ненадлежащим образом, либо не выполняют вообще. Начиная с 2013 года заказчики выставили к уплате неустойки около 72 миллионов рублей, причем 30 миллионов уже вернулись в бюджет. Ожидается, что в течение этого года поступит еще 16 миллионов рублей. Но, к сожалению, есть и такие, от которых вряд ли что-то добьешься. В реестр недобросовестных поставщиков уже внесены 35 организаций и один частный предприниматель. Глава Чувашии потребовал строже контролировать выполнение подрядчиками государственных и муниципальных контрактов. То же самое относится и к платежам в бюджет. На совещании рассмотрели ситуацию с двумя фирмами в Цивильском районе. Одна из них, общество с ограниченной ответственностью «СВС-Строй», задолжала муниципалитету свыше 6 миллионов рублей. Администрация Цивильского района неоднократно предпринимает попытки взыскать образованную задолженность, направлялись претензионные письма. В отношении «СВС-Строй» в период с октября 2015 года по февраль 2016 в арбитражный суд направлено два исковых заявления на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Судом исковые требования удовлетворены и принято решение о взыскании арендных платежей. Период судебных разбирательств «СВС-Строй» всячески уклонялся от выполнения своих обязательств. В целях затягивания процесса принудительного взыскания исполнения решения суда строительная организация сменила юридический адрес. Налоговики Чувашии предупреждают, с такими подрядчиками надо держать ухо востро. Компания «СВС-Строй» заслуживает самого пристального внимания со стороны всех структур. Вкратце скажу, что учредителем «СВС-Строй» является физлицо Михайлова и организация «Стройвест», которая является участником в 7 организациях и является управляющей компанией в 13 организациях. Ни у одной из этих организаций нет никакого имущества, они с минимальными практически численностями и с минимальными уплатами налогов. Поэтому здесь надо быть осторожными. У самого «Стройвеста» учредителя является юрлицо «Армстрой», который, в принципе, два руководителя этой организации уже признаны дисквалифицированными. И остается одно юрлицо, которое тоже является руководителем и учредителем более чем 60 организаций. Другая компания-должник обещает расплатиться с долгами за аренду уже в сентябре. Михаил Игнатьев напомнил, если возникли подозрения в отношении какой-либо фирмы, что она не выполняет своих обязательств, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Центр избирком Чувашии в пятницу вечером завершил прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Государственного совета Республики. 5 партий – «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия» и «Яблоко» – будут зарегистрированы вне всякого сомнения. Еще 2 партии – «Партия Роста» и «Коммунисты России» – документы не подали. В гражданской платформе для регистрации не хватает подписей. Российская партия «Пенсионеров за справедливость» и «Патриот России» документы представили. Сейчас идет проверка подписей в их поддержку. Председатель ЦИКа Александр Цветков рассказал и о других нюансах выборного процесса. У нас во время выборов выполняем основная задача – это проведение выборов, но есть еще важные государственные задачи. Одна из них – это воспрепятствование проникновению криминала во власть. Вот сейчас и законодательство поменялось, и
была проведена огромная профилактическая работа, разъяснительная с партиями, и в целом ситуация очень даже неплохая. Ряд партий, они изначально заявили, что категорически не будут выдвигать даже тех, у кого когда-то была судимость, они отказались от выдвижения. Это «Единая Россия», ЛДПР, некоторые непарламентские партии. Вот. Но вот в бочке меда она ложка дегтя всегда бывает. Особенно вот смущает, что две другие парламентские партии, это КПРФ и «Справедливая Россия», в своих списках и среди своих одномандатников имеют кандидатов, у которых были в свое время проблемы с законом, у которых есть судимости. Вот я считаю, что те партии, которые провозглашают себя сторонниками государственных ценностей, они должны более щепетильно и более ответственно подходить к формированию своих списков и к выдвижению кандидатов. На сегодняшний день мы все материалы полностью на этих кандидатов отправили в МВД по Чувашской Республике. Сейчас идет проверка. И в случае выявления сокрытия судимости мы будем уже ставить вопрос о том, чтобы этих кандидатов исключали из списков. Подробнее об особенностях избирательной кампании 2016 в программе «По существу», которая выйдет в эфир сразу после информационного выпуска «Республика» на нашем телеканале. Сегодня инкассаторы России отмечают свой профессиональный праздник. Необходимость в транспортировке и охране денежных средств возникла одновременно с появлением ценностей. Более 70 лет инкассаторы выполняют важную и полезную работу для государственных и частных предприятий. Что удалось узнать о работе инкассаторов в нашей съемочной группе, смотрите далее. Уровень профессиональной и физической подготовки чувашских инкассаторов плюс регулярное внедрение новейших технологий защиты банковских ценностей – залог высокого качества инкассаторских услуг. На сегодняшний день в подразделении 49 бронированных спецавтомобилей. Системы мониторинга спецавтотранспорта, а также видеорегистраторы и видеокамеры позволяют водителю-инкассатору контролировать обстановку как внутри спецавтомобиля, так и далеко за его пределами. Денежную наличность переносит и перевозит в спецконтейнерах. По словам специалистов службы, купюры внутри чемоданчика во время ограбления автоматически окрашиваются спецсоставом и становятся непригодными для использования. Увидеть это нельзя, но поверьте на слово. Структура управления инкассацией Чувашского отделения Сбербанка России расположена в 4 городах Чувашии. Штатная численность составляет 175 человек. Для поддержания своего физического состояния инкассаторы регулярно занимаются рукопашным боем, плаванием, а также пулевой стрельбой. Занятия по физической подготовке у нас проводятся на регулярной основе. Сдаются нормативы по физической подготовке ежегодно. Ежеквартально проводятся занятия по физической подготовке в спортзалах. Ну и сами инкассаторы уже самостоятельно занимаются в тренажерном зале. У нас есть здесь большой бассейн, который используется как раз в нерабочее личное время инкассаторов. Так что физически они развиты. Работа инкассатора тяжела не только морально, но и физически. Все желающие смогли убедиться в этом примере в бронежилет и одновременно подержав в руках 9-килограммовый спецконтейнер. Родион Архипов, Андрей Шоплев, Республика. Большое видится на расстоянии. Вот и члены Городостроительного совета Чебоксар решили рассмотреть проект будущей высотки в районе Калининского моста с Волги. Вместе с архитекторами на борту теплохода была и наша съемочная группа. Посадка этого здания на развилке вот двух дорог, но немножко как бы вот все-таки вызывает сомнение, какая вот этажность. Это мое мнение, вот, я бы сделал не выше 17-18 этажей. То, что поближе к заливу, я думаю, тоже вот как-то вот они должны по высоте амфитеатра спускаться. Значит, вот я это к тому, что вот это, мне кажется, вот немножко многовато по сравнению вот с этими домами, они все-таки какая-то сопочиненность должна быть. Поэтому мне кажется, ближе к истине, вот тогда мы понижаем, вот как Петр Иванович сказал, где-то 18 этажей. Председатель правления Союза архитекторов Сергей Лукьянов мнение коллег не разделил, но и проектировщиков не поддержал. Судя по всему, пожалев, что его команде не удалось попробовать силы в этом месте. Я вообще-то склонен, что высотность должна быть в городе. И я не согласен с некоторыми мнениями, что не надо выше 25 там, этажей. Я считаю, что можно и нужно больше, и правильно это все. Единственное, эти здания должны быть очень четко обоснованно. Если это здание здесь, то почему, какая его история и его значимость?
Я полагаю, и на этом месте могла бы быть высотность. Но здание должно быть исключительно индивидуально выполнено на конкурсном проекте обязательно. Когда заинтересованные высокоэтажности лица совсем погрустнели и явно не от качки, а теплохода, заключительное слово взял главный архитектор Чебоксар и высказал свое весомое «за». Если мы едем по улице Калинина, то получается, вот у нас три высотки появляются, да, там три, ритм такой. Три штуки, и потом четвертая как бы ставит точку. И при этом здесь происходит поворот улицы Калинина, и как раз на этом повороте это здание и стоит. Поэтому я вижу градостроительную значимость этого места выше, чем, например, вот это. Градосовет – орган рекомендательный, однако разрешение на строительство будет выдавать город, так что застройщику придется учесть его мнение, отметил Вениамин Мамуткин. А в будущем в Чебоксарах планируется создать документ, где будет четко прописано, в какой зоне города, какой этажности здания можно будет строить. Вот где действительно будут кипеть страсти. Но это уже другая история. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. В честь своего 7-летия Национальное радио Чувашии продолжает Дни радио в районах республики. В этом году марафон начали с Цивильского района. Вместе с коллегами отправилась и наша съемочная группа. Их узнают не по лицам, а по голосам. Журналисты Национального радио Чувашии выходят в эфир на волнах 105.0 FM без малого 7 лет. Не только услышать, но и увидеть любимых ведущих смогли жители Цивильского района. Мы от всего сердца рады начать Дни Национального радио Чувашии именно с Цивильского района, потому что именно из Цивильска, с Цивильской телерадиовышки вещает Национальное радио Чувашии. На этом празднике, где наша замечательная, красивая команда, вся практически в полном составе, приехала, чтобы побыть вместе с вами, поделиться с вами радостью, поделиться с вами нашей энергией и получить от вас улыбки, получить от вас радостное настроение. Оказывается, радищики не только готовят новости и программы, но и поют и играют на музыкальных инструментах. Лишь часть обширной программы журналистов. Основная цель таких поездок – пообщаться с жителями, узнать о достижениях и планах развития района и, как итог, подготовить серию репортажей. Но мы сейчас решили, что вот выезжаем в районы, дарим концерты, встречается население с нами, журналистами, да, чтобы поближе к народу. И хочу сказать, что действительно настоящий сегодня большой праздник. Этот проект стал уже традиционным. С каждым годом жители республики узнают о своих земляках все больше нового. Эти встречи, вот День Национального радио в нашем районе, в частности, приносит большое удовлетворение и нам, цивилянам, потому что вы, уважаемые друзья, предоставляете нам возможность заявить о себе на всю Чувашскую республику. А вам мы, наверное, тоже в какой-то мере обеспечим дополнительную аудиторию ваших слушателей и, наверное, дадим вам новый стимул для дальнейшей позитивной работы во благо нашей Чувашской республики. В ближайшее время в эфире Нацрадио появятся выпуски о Цивильском районе. Следующий пункт назначения – Янтиковский. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Олег Якимов, Республика. И на государственной службе есть место спортивным страстям. В минувшие выходные разыграли награды традиционной спартакиады органов власти. За спортивными баталиями чиновников наблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. С каждым годом программа спартакиады органов госвласти становится все насыщенней. Теперь среди чиновников культивируется и фитнес-аэробика. За призовые места в этом виде спорта боролись более 20 команд. Сборную Министерства финансов повела вперед руководитель ведомства Светлана Енилина. За время тренировок, говорит она, удалось выучить и сложные элементы. Мне команда всегда просила, поддерживала, и поэтому я, чтобы не подвести свою команду, я действительно старалась. Спорт, конечно, всегда сложно. Любой вид спорта. Нужно очень ответственно относить. Ну, поэтому мы и ответственно относимся к своей работе, конечно, и всем задачам, которые перед нами ставятся. Спортсменам из Минфина удалось подняться на вторую ступень пьедестала почета. Золотую медаль завоевала команда администрации главы республики. На спартакиаде разыграли награды и в мини-футболе. Победу в финальном матче среди сборных органов государства
государственной власти решила серия пенальти. В результате чемпионами этого сезона стали сотрудники регионального Министерства труда и социальной защиты. Минспорт очень хорошо начал. В первом тайме они два раза нам забили, но мы смогли переломить ход этой игры. Ребята у меня вообще молодцы. Если бы не команда, мы бы не смогли это сделать. Сильнейшие команды выявили и в комбинированной эстафете. В этом виде спорта чиновникам предстояло преодолеть сложную трассу на велобайке, а затем как можно быстрее доплыть до финиша. Спартакиада органов государственной власти в республике проходит уже в 15-й раз. По традиции она поделена на этапы. Зимой чиновники соревнуются в пулевой стрельбе и встают на лыжах. В апреле проходят турниры по шашкам и уличному баскетболу. Количество участников соревнований увеличивается каждый год. Когда муниципальные государственные службы своим примером показывают, это вот лучше нету. Нам очень важно, чтобы вот в большинстве своем, наверное, 100% заниматься этим не могут, но в большинстве своем и государственные гражданские служащие, и муниципальные служащие вели здоровый образ жизни. Мы не говорим там, они чтобы достигли каких-то определенных результатов, чтобы системно занимались, мало уходили на больничные листы. Летний этап позади. Осенью среди госслужащих разыграют награды в легкоатлетической эстафете и волейболе. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Это все новости понедельника. Я с вами прощаюсь. До завтра.